Мой папа работает в полиции уже 8 лет. Он начальник участковых. Я очень горжусь своим папой. Моя мама работает в полиции, ловит преступников и помогает людям, попавшим в беду. У моей мамы красивая форма. Он суперклассный дед. У него самая лучшая работа в мире. Моя мама работает в полиции. Она ведет беседу с нарушителями. Если они нарушают закон, она составляет протоколы и выписывает штраф. Папа добрый, хороший. Он всегда нам поможет. Он сильный, добрый, отзывчивый, внимательный ко всем. Он много работает. Заботливая, красивая. Самый веселый, добрый человек на свете. Мы с ней выгуливаем собак. У нас их две. Мне кажется, что работа участковых очень важна для детей, потому что они первые, кто приходит на помощь. В квартире 8, опять беда. Такая ссора не ерунда. Спешишь конфликты предотвратить, жить по закону всех научить. Людей так много, но ты один. Им обеспечил покой и мир. Судьбой доверено тебе блюсти порядок на земле. Мы его очень любим и гордимся им. Когда я вырасту, я буду такой же, как папа. Буду помогать людям. Папа, поздравляем тебя с праздником! Поздравляю всех участковых и своего папу с профессиональным праздником. Спасибо вам за то, что вы служите.